привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Милена. Сегодня у нас будет теговое видео на тему, что я куплю в первую очередь, если вдруг пропадет вся моя коллекция. Видео эстафету принимаю от канала Fragrance Mania. Его ведет Рам, и он рассказывает про арабскую, про израильскую парфюмерию, особенно про мужскую. У него в большинстве мужская парфюмерия. По моему личному мнению, он очень интересно, профессионально рассказывает. Внизу под видео оставляю ссылку, переходите, смотрите его обзоры. Второй канал – это Parfums King, его ведет Антон. Он тоже рассказывает про мужскую парфюмерию. Он очень позитивно, с изюминкой рассказывает. Я, когда смотрю, всегда улыбаюсь. Переходите, внизу под видео тоже будет ссылка на его канал. И в дальнейшем я тоже планирую снимать обзоры про мужские парфюмы. Должна признаться, мне было очень сложно выбрать ароматы для этого обзора, потому что у меня в коллекции их очень много, и я люблю некоторые ароматы очень сильно, но я понимаю, что я их ношу очень редко. И, по-моему, все парфманьяки сейчас меня поймут, потому что у нас у всех есть такие ароматы, неносибельные, но очень любимые. И если вдруг пропадет вся моя коллекция, я, конечно, пойду и куплю именно те ходовые ароматы, которые могу носить на работу, на повседневку, если вдруг какое-то там мероприятие будет или в театр пойду. Вот я подобрала 5 ароматов, которые я куплю в первую очередь, пока не накоплю деньги и не восстановлю все основное. Вот, и сегодня мы начнем с самого первого. Это у меня Jo Malone Mimosa Cardamom. На него уже был отдельный обзор, я оставлю ссылку внизу под видео. Этот аромат я безумно полюбила. Я так и не поняла все эти отзывы про него, что он не стойкий. Этот аромат очень стойкий, еще оказался таким жизнерадостным. Я, когда мы вернулись с отпуска, нанесла несколько раз этот аромат и пошла работать. На работе просто столько энергии появляется с этим ароматом. Уже в конце дня, когда остался вот последний клиент, и многие вот говорят: «Ой, как хорошо, скоро домой пойду». Я думаю, что я вот готова еще 3-4 клиента принять, и я вообще не устала, и приносит этот аромат мне только радости. И ни в коем случае никого не напрягает, не душит. Для меня вообще вот это вот безумно красивый, очень интересный аромат. Второй аромат в моей подборке – это Зелинский Розен Черный Перец. Тут явно ощущается нота перца, очень много перца, амбра, нероли, я все эти ноты чувствую. Аромат очень шлейфовый, стойкий и такой цельный. Никакие отдельные ноты я тут не чувствую. Я его выберу потому, что я этот аромат люблю, и он должен быть у меня в коллекции всегда. Третий аромат в моей подборке — это Шанель номер 5 Eau Premier. Почему я выбрала Eau Premier? Потому что я планирую закончить версию классическую Eau de Parfum и оставить у себя в коллекции только Eau de Premier. Еще, возможно, приобрету Лё, но пока не об этом. Аромат про цветы, про пудру, про кремовость, про уходовость. Очень красивый аромат, очень стойкий. Для меня он один из самых лучших, потому что я люблю Шанель, люблю именно линейку пятерок. Я считаю, что вот версия Eau Premier достойна внимания, одна из самых лучших. Поэтому она у меня должна быть всегда. Четвертый аромат моей подборки – это Миколев Иланг Инголд. Почему я выбираю этот аромат? Потому что, во-первых, он безумно красивый в звучании, очень деликатный, он никого никогда не задушит, не напрягет, а для меня очень важно, чтобы была именно универсальность. Мне нравится, что этот аромат я могу взять с собой в отпуск, могу пользоваться летом. Очень важно, что он подходит и зимой, и осенью. То есть из-за того, что он такой универсальный, стойкий, кокосово-цветочный, такие дорогущие компоненты, которые мне тоже не напрягают в течение дня. Потому что тут уже не важно, чтобы не напрягало других, в самую первую очередь я должна получить хорошие эмоции от парфюма.
А тут все меня устраивает, и поэтому я бы его купила в первую очередь. Топ-5 моих ароматов завершает Роберто Кавалли Paradise. Почему я куплю этот аромат? Потому что я очень люблю фужерно-древесное направление, очень люблю свежие цитрусовые ароматы, а тут на верхних нотах очень много цитрусов. Все цитрусы, мандарины, бергамоты, лимон, все-все-все, что я люблю. Потом жасмин, я цветочность тоже люблю в таких цитрусовых ароматах. Аромат очень стойкий. Очень красивый и в то же время достаточно дешевый по сравнению с другими ароматами, которые есть у меня в коллекции. Я бы купила его в первую очередь. Это были топ-5 ароматов, которые я бы купила в первую очередь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подпишитесь на мой канал и пишите комментарии. А мы увидимся с вами в следующих видео. Всем пока, до новых встреч!